Сегодня ночью в 2:40 в учреждении номер 27 ГСИН в селе Молдовановка Чуйской области двое осужденных совершили попытку побега через основное ограждение. Военнослужащие департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных лиц, обнаружив осужденных в запретной зоне, произвел предупредительный выстрел, после чего открыл огонь, и в результате чего один осужденный скончался, второй задержан. Осужденные отбывали наказание за особо тяжкие преступления, убийства, изнасилования несовершеннолетних. Беглецы были осуждены на 10 и 21 лет отбывания в местах лишения свободы. Оперативно-следственная группа начала расследование по факту попытки побега. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.